Привет! Заскучал по необычным видосам? Тогда да. Ты очень вовремя включил этот ролик, потому что сейчас тебя ждут просто фантастические кадры. Пляж из водорослей в Китае. Спасибо. Растения, бросающие вызов гравитации, и гонки, о которых ты даже не слышал. Хуйня и это еще не все. Поехали. А что еще? Погнали! Ура! ФНАФ был, да не было еще, сейчас После будет. Этих видео ты поверишь в существование идеальных половинок, пусть и металлических. С первого взгляда предметы идеально гладкие и ровные, но... Идеальные половинки — это я и чат. Тогда такое возможно. Смотри, не залипни. О, какая хуйня, о боже. Ребят, вы это видите впервые? Ого. Не, ну ладно, прикольно. Готовы Но поспорить, это меня не удивило. Ты никогда не видел рождения осьминога. На первый взгляд это напоминает цветок. Но одно мгновение, и из лепестка выныривает детеныш. Кстати, это карибский рифовый осьминог. В дикой природе их встретить сложно, Ничего потому себе. Что они очень хорошо прячутся. Если у тебя заболялись миллионы, которые нужно хорошо спрятать, то... О, да, да. Надо бы, не помешало. Тебе бы, просто да. необходим такой замок. Что это? Его не так легко открыть. Но Чё это не самое хуйня? Главное. Намного важнее самому запомнить комбинацию. Лучше запиши на бумажке или сними на видео, потому что сломать такой сейф будет очень непросто. Нормально. Я бы туда свои 15 тысяч положил. Ну так, знаете, на черный день. А то мало ли. Если ты в поисках идеи о том, как разнообразить интерьер, то вот тебе одна задумка, которая приведет в восторг всех твоих гостей. Это я уже видел, это баян. Дизайнеры из Японии создали необычный цветок. В пятерочке продаются. Этот бонсай бросает вызов законам гравитации, паря над горшочком, в котором должен расти. Ну что сказать? Они гении. Берем идею на вооружение. И чё? Знакомься, это стыдливая мимоза. Стоит к ней прикоснуться, и она прячет свои листья. Таким защитным механизмом наградила ее природа. Кстати, вот еще один интересный факт. На прикосновение реагируют не только листики, но и корни. Они, конечно, не складываются, но начинают издавать жуткий запах. После просмотра этого видео ты вспомнишь свою детскую мечту о домике на дереве. Необычно не то слово. Это тысячелетнее дерево находится в Китае, в районе Дзюлунхуай. Спорим, ты уже гуглишь билеты туда. Да автор этих вообще кадров не говорит, что энергетическое тело современного человека... Да, поспорили, все, так, давай. Мы поспорили с тобой. Я не гуглил. Давай, Саня, нахуй, ты мне передолжен, что? Правильно. Бабло сюда, базар окончен, нахуй. Ты проспорил. Похоже на фортепиано, которое долго везли в трясущемся автомобиле. И эта штука способна его настроить. Можно в это не верить, но ты только вслушайся в эти звуки. Реально ведь успокаивает. А вообще при ударе по камертону инструмент начинает колебаться. Кого-то успокоило сейчас? Издавать. Меня наоборот раздражает этот звук. Звук, который служит эталоном высоты при настройке музыкальных инструментов и в пении. Я так же могу. Ты бы лучше... Ух, ёптвы. Ты бы лучше сказал, где это купить. Это сброс воды в Йозгатской плотине в Турции. О, как раз туда фрики едут. Оказаться Молодец. Под таким напором воды, конечно, страшно. Можно улететь... в описании ссылка, что? Да нет там ни хрена, блядь. В соседнюю деревню, но наблюдать за ним другое дело. Сейчас ты увидишь невероятное. Бьюта. Готов? Нет! Посмотри... Я не готов был, блядь. Сука, я был не готов. Ну зачем? Ну блин, в смысле? Ты предупреждаешь, дай хотя бы время какое-то. Ну хотя бы секунды две. А то... Готов! На нахуй! Кстати говоря, я могу сейчас то же самое повторить. Вы не верите? А я могу. Смотри сюда. Ща покажу. Быдло ты ебаная, бля. Здорово, лох. Чё ты мне вчера так пиздой не дал? Предупреждаю, уебу. Давай нахуй быстрее. Предупреждаю, уебал. Смотри, а бля, то Мишка я Фред донатит. О, чё? Ебать. Нихуя себе. Видали, какой фокус умею показывать? Вот это вы точно видите впервые.
Бля, я, кстати, тот самый Александр, нахуй. Диктор канала «Мастерское настроение». И сейчас я вам покажу кое-что невероятное. Это, если что, арбуз. И он прозрачный. А как... Блять, надо как-то разрезать арбуз. При этом не имея ножек. Сука. Ладно, похуй. Килограмм 20 весит, это вообще жесть. Фу. Резинки? Ну да, сейчас, блядь, буду стоять резинки натягивать на арбуз. Очень интересный контент, ага. И во что превратился этот арбуз? Отличное средство для самозащиты. Этот экзоскелет молодец. Повторяет движение рук хозяина. Мне нужен экзоскелет. Кстати, первые экзоскелеты появились еще в 60-е годы 19 века. Ебать, с тех Кришня. Пор эксперименты с ним не Прикиньте прекращаются. Дрочить такое. Скоро железные люди станут реальностью. Если уже Ковальский, спасибо за переподписку. Ну и какой, ну на кой хер он нужен, скажите? Смысл Чтобы этого? Заставить ну... двигаться этот механизм, придется хорошенько попотеть. Да. В буквальном смысле. Да, ты не ошибся. Это аттракцион «Американские горки», но работает он только за счет энергии человека. Годный лайфхак для мам в декрете, которые хотят заняться спортом, но не знают, куда деть ребенка. Малыша на горку сама за педали. Кто? Ты когда-нибудь видел, чтобы пни исчезали на глазах? Ну вот теперь ты видел все. Эта штука весит не, более Не, ну это тоже баян, это я тоже видел. Тонны, но вес тут не главный. Я, наверное, какой-то мега уникальный, гениальный, великолепный человек. Просто видео называется «Вещи, которые вы увидите впервые», а я это вижу не первый раз. Соответственно, я какой-то, ну, очень продвинутый. Один час она способна уничтожить 180 пней. То есть все это видят впервые, а я-то нет. Которые под ней превращаются в обычные опилки. Да ну, ты шо? Серьезно? Так ты, старый, уже много чего повидал. А это что за ты хуйня? Ты не поверишь, но эти маленькие... Не поверю, не пизди. Гидроэлектростанции можно установить даже во дворе твоего дома. А еще они спокойно могут... Да ну, я не поверю. ...обеспечивать электро... А ты пиздишь, я не верю. ...энергии деревни до 500 домов. Да ну, не надо, не пизди. Маленькая турбина устанавливается в водоеме и генерирует чистую энергию. При этом она не наносит ущерба окружающей среде. Система работает за счет отвода воды из основного потока Пиздец. В канале. Проходящая вода заставляет турбину медленно вращаться, и создает вихрь низкого давления. Низкие Еще. Обороты не вредят рыбам, которые могут спокойно проходить через такие турбины. В национальном заповеднике Станислаус в Северной Калифорнии... Что, блядь? Станислаус? Этот приятель нашел бассейн, наполненный сказочными креветками. Кстати, это не мы придумали. Они так и называются сказочными. По сути, это живые ископаемые, потому что существуют на Земле уже больше 140 миллионов лет. Эти малыши занесены в Красную книгу, поэтому сейчас ты наблюдаешь за редким явлением. Эти ребята готовятся к необычным соревнованиям. Сейчас ты поймешь, в чем тут дело. На старт, внимание, марш! Ебать, вот бы на стримхату такую штуку. Перед тобой четверо велосипедистов на пенсии. Все олень, они чемпионы олень. Сейчас соревнуются друг с другом на велотренажерах, которые подключены к игрушечной гоночной трассе. Любовь к спорту в гадании никуда не уходит, а просто трансформируется. Орехи поем. Взгляни, как выглядит типичный рабочий день Ничего на раковой себе. Ферме. Работенка кажется не пыльной, но Ебать есть один там раков. В каждую такую ловушку нужно положить тухлое мясо или рыбу, которые обожают Что? Лакомиться эти животные. Нихуя себе, откуда столько раков? Ёп. Что ты представляешь, когда слышишь слово «паром»? А теперь взгляни сюда. Этот паром спроектировали в Австралии и построили на Филиппинах. Да, с виду он похож на какой-то футуристический корабль. Эта 109-метровая махина имеет две палубы на 425 автомобилей. Также здесь спокойно могут вместиться более 1000 пассажиров. Неудивительно, да, что он стал самым большим судном, когда-либо спущенным на воду на Филиппинах. Вообще похуй. Скорее перемотай видео, если ты не любишь всякую живность типа гусениц и пауков. Потому что... Да ладно, похуй вообще, да.
Оно будет что-то непонятное, похожее на то и на другое. С виду эта штука напоминает паука, но двигается как личинка. Не будем долго тебя томить. Это слизневидки. Их еще называют бабочки-мокрицы. Звучит противно и выглядит не лучше. А еще у них вместо ног присоски. Наверное, ты подумал, что это водоросли. А теперь присмотрись и увидишь хоботок и даже мордочку. О, да, я, конечно же, я подумал, что это водоросли. Я же, блядь, настолько слепой не вижу, что это какой-то окунь ебаный плавает. Морской дракон Глауэрта и правда похож на сорванный пучок водорослей и... Да не похож на пучок водорослей, блядь! Сразу же видно, животное какое-то. Фического дракона одновременно. Кстати, эти ребята мастера камуфляжа. Они отлично прячутся, если им угрожает опасность. Бля, Сань, ты чё, вообще что ли? Трудно сказать, имел ли с этой тачкой дело экзибит, но прокачка в любом случае получилась отличная. Взгрустнулась, открыл дверь и сразу стало веселее. Балдёр. Китай не перестает нас удивлять. В соцсетях набрали популярность видео, где китайские танцоры раскачиваются словно неваляшки в костюме династии Тан. Выглядит очень красиво. И как им удается не падать? Сейчас ты увидишь самый необычный пляж, который только можно себе представить. Здесь нет песка, зато есть куча водорослей. Каждый год в Циндао, крупном городе провинции Шаньдун в Китае, проходит их цветение. Это результат загрязнения морской среды. В 2017 году водоросли покрыли почти 30 тысяч квадратных метров прибрежных вод. А это, на минуточку, равно размеру целой страны. Например, Бельгии. Эй, дружище, устал от роликов про мимимишных животных и ламповых историй? Пора перейти на что-то реально серьезное. Самые брутальные машины, крутейшие роботы и секретные гаджеты. Хапни свою порцию адреналина на канале Техсон. Скорее подписывайся. Давай! Иди ты нахуй, Александр, блядь. Охуеть, вот это да. Так устал от мимимишных, блядь, видосиков. Так представляю. Человека, который устал от мими... Фу, ёб твою мать, ладно. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам.